В подобных соревнованиях Михаил Пимкин участвует не в первый раз. Интерес к спорту появился еще в 10 классе, а сейчас он представляет команду спасателей Курской области. Поддержать Михаила приехала вся семья, но самой главной болельщицей стала его дочь Вера. Все-таки ответственность лежит на плечах, и надо не подвести команду, дать хороший зачет. Это моя дочь Вера, она пришла поддержать меня. Она в первый раз на соревнованиях. Все интересно, любопытно. Соревнования проходят во второй раз. Курск тепло встречает команды из разных регионов страны. За титул чемпиона России поборются 10 сборных спасателей. Конечно же, для наших спортсменов, для курской команды, это накладывает определенный не мандраж, а уровень и ответственность. Мы хотим показать достойные результаты, чтобы и дальше уже занимать не только призовые места. Конечно же, мы стремимся к победе, но вся борьба впереди. Мы рады видеть, что к нам приезжают все больше и больше гостей, все больше и больше участников, полные трибуны, люди интересуются. Поэтому рады приветствовать всех на территории Курской области. Соревнования продлятся до 11 июня. Участникам еще предстоит преодолеть полосу препятствий, пожарные эстафеты и справиться со штурмом лестницы. А завершающим этапом станет боевое развертывание. Анастасия Тарубарова, Ульяна Тутова, Владислав Соболев. События дня.